здесь и не умеют делать бухло, оказывается. Вот здесь. Так нажрусь. Господи, заткнись уже! Вот опять этот звук. Гляньте, что там. Ладушки. Come on.
Что это? Знакомые звуки. Твою мать! Бухло, оказывается. Я что-то слышала. Яйца, что это было? Давай. Проблемы!
Я уже слышала. Не дай близнецам себя одурачить. Один мой знакомый недавно пропал. Постоянно говорил о том, как круто было бы поселиться в пещере у реки. Думаю, сам он уже мертв, зато вещи по-прежнему валяются где-то там. Найдешь их, они твои.
Ah!
собака. Здравствуйте. Я знаю, что у рейдеров есть ребята. Да, рейдеры правда захватили нашу лесопилку. Они ведь просто сожгут всю древесину. А нам без нее придется нелегко. Кто-то должен их прогнать. Так-так.
Это что такое? В этих лесах меня жрут заживо. Спалить бы их нахуй. Что это? Вырубите музыку! Черт, какая злобная тварь!
Обычно рейдеры двигают дальше сразу, как обчистят какое-нибудь место. А у этой церкви они застряли на несколько дней. Так бывает, когда они пытаются добраться до чего-то ценного. Подумала, что тебе может быть интересно. Это здесь нечисто. Не буду спорить с тобой.
Что за звуки? Что там за херня? Надеюсь, теперь ты видела, как Хёрк растекает в своей развалюхе, как самый паршивый в мире супергерой. Ему бы пригодилась твоя помощь. Thank you.
плесень, пока не забьют кого-нибудь до смерти. Что за... Я выберусь отсюда. Ты жалкий хренигад! Ноге, Сыклок, ноге! Что происходит? Так смешно, ты скулишь! Помогите! Постарайся не разозлить близнецов еще сильнее.
Thank you.